My dad was born here in Ukraine. When I was a little boy, he told me stories that they were afraid. This was exactly 100 years ago. Бідні діточки, це хочуть знати свій рід. Це чисте місце не тут. Кургон похоронений, кургон крови. He told me many things about Ukraine over the years. So much fighting, so much suffering here. So many conflicts here in Ukraine. And why? Actually, we fight every century for our freedom. And I hope it's the last stage. Я прекрасно понимаю, что происходит. Идет война. Ты недоделанный дебил! Ты на моей земле, тварь! Снайпер работает! Ты вируса нет, я еще просто вы там боишься, не знаю, выпить. Распространяйте, прошу вас, все в интернете, чтобы весь мир увидел. Сонечко одне гріє и всем однаково світить. А люди не хватає всіх до всього.